Восстановить исторический облик, параллельно расширить функционал. Такие задачи стояли перед авторами проекта реконструкции Самарского драмтеатра. Работу архитектора начали в декабре 2019 года. И сейчас решают, как будет выглядеть обновленное здание. Перед нами сейчас развилка. Мы можем взять за основу проект 1967 года и оставить здание в том виде, как мы его сейчас видим. То есть вот эти красно-белые детали, упрощенный декор. Или восстановить его исходный вид. Здание Самарского драматического театра в псевдорусском стиле возвели в 1888 году по проекту архитектора Михаила Чичагова. Теперь, чтобы восстановить красоту конца XIX века, необходима ювелирная работа. Восстановить две утерянные со временем башни с флюгерами, первоначальный цвет и малую сцену, которая может располагаться со стороны сквера Пушкина. Когда мы подходим к памятнику, это не просто какое-то новое здание, это не упражнение по композиции, это не собственное творчество. В первую очередь у нас есть историческая правда, у нас есть автор этого театра Михаил Чичагов в первую очередь и группа советских авторов, которые делали реконструкцию. Они остаются и навсегда останутся главными авторами этого здания. Наша роль здесь гораздо более второстепенная. Не соврать, найти и восстановить подлинность. Каждый этап обсуждается на открытых градостроительных советах. Перед началом реконструкции храма искусства необходимы две обязательные экспертизы. Точная дата окончания работы над проектом стоимостью около 100 миллионов рублей пока неизвестна. Орлов планирует полностью утвердить его весной, а к строительным работам приступить к концу 2021 года.